Добрый день! Меня зовут Ольга Викторовна. Я работаю на сервисе Repetit.ru с осени 2020 года. В 1995 году я закончила Московский государственный лингвистический университет имени Марисы Терезы. Я с гордостью говорю про это, потому что мой институт был и остается лучшим лингвистическим институтом в нашей стране. Например, опытные фонетисты первые 2 года 6-8 часов в неделю ставили нам произношение. Дело в том, что речевой аппарат англичан устроен по-другому. Поэтому произносить правильно звуки, слова, соблюдать правильную интонацию – этому тоже надо учиться. Не все институты могут похвастаться этим. На данный момент я специализируюсь на индивидуальных занятиях с детьми от 6 лет до 9 класса. Я, как любой опытный педагог, знаю практически все, а могу работать с любыми учебно-методическими комплексами. Из моих любимых пособий в помощь к учебнику начальной школы я хочу отметить Макмиллан Праймари Грэма. Если ребенок сильный и школьная программа ему дается без проблем, мне очень нравится учебно-методическое пособие Fly High. Для средней и старшей школы я рекомендую учебно-методическое пособие Starlight. Это русифицированное пособие, разработанное издательством «Просвещение» совместно с Express Publishing. Если есть какие-то проблемы по грамматике, мы, безусловно, берем какие-то дополнительные грамматические пособия. У меня всегда есть что почитать на английском языке и для маленьких деток, и для деток постарше. На уроке мы всегда занимаемся и грамматикой, и лексикой, слушаем носителя, развиваем разговорные навыки. Домашнее задание также состоит из устной и письменной части. Жду ваших деток на моих занятиях и с удовольствием помогу им разобраться во всех сложностях английского языка. До свидания.